То, что мы видим, как компания-производитель систем крепления для солнечных электростанций, это в первую очередь то, что покупатель хочет увеличивать КПД. И, соответственно, солнечная станция должна... Он хочет, чтобы она вырабатывала все больше электроэнергии. Все большим спросом сейчас пользуются системы со сменным углом наклона. Вот сейчас это, как мне кажется, это главный тренд. Ваш прогноз, что может поменяться на рынке вот за этот год? Если не брать в учет государства, я думаю, это эффективность солнечных панелей, конечно же, в первую очередь. Как мне кажется, стоимость солнечных панелей будет такая же, но их КПД будет выше. По организации, отлично, как всегда, организация на высшем уровне. Все было замечательно. Очень интересные были выступления на конференции. Спасибо организаторам, и хочется пожелать им, чтобы в следующий раз было именно так. Ваши ожидания от Solar 2019? Новые интересные доклады, новые игроки, новые клиенты, новые производители.